Всем здравствуйте! Сегодня я приготовлю кабачковые оладьи. Это очень вкусный и простой рецепт. Приготовить смогут все. Использовать я буду цукини весом примерно 400 грамм. У меня только с грядки, молоденький, поэтому кожицу срезать я не буду. Отрежу только кончики с двух сторон. Беру глубокую чашу и в нее на крупной терке натираю кабачок. Добавляю одно яйцо и перемешаю. Кладу 2 столовые ложки муки, перемешаю. Нарезаю небольшой пучок укропа, с ним гораздо вкуснее. И в конце добавлю немного смеси перцев и соль по вкусу. Быстро перемешиваю и сразу начинаю жарить, иначе кабачок выделит много жидкости. Разогреваю сковороду и наливаю растительное масло. Выкладываю ложкой, придавая более ровную форму. Когда на оладьях появляется вот такая золотистая каемка, это значит, что пора переворачивать их на другую сторону. Первая партия кабачковых оладьев готова. Выкладываю их на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло. И так я жарю все оладьи. Оладьи готовы. Получилось 14 штук. Сверху промокну бумажным полотенцем и можно подавать к столу. Оладьи получаются очень вкусные, с хрустящей корочкой и нежной внутри. Кушать их нужно горячими и со сметаной. Обязательно попробуйте приготовить оладьи по такому рецепту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, смотрите другие мои рецепты. А я желаю всем приятного аппетита и до новых встреч! Всего доброго!